кебаб по-сибирски. Очень простой, быстрый и обалденно вкусный рецепт. Для приготовления двух порций мне понадобится пара средних картошин, кусок сала, неважно, это у вас будет сырое, соленое или копченое. В моем случае это подкопченое сало. Кусочек любой колбасы или бекона, в моем случае это будет сервелат. Это блюдо готовится очень быстро на природе. После того, как я все нарежу, готовка займет около 15 минут. Сперва чистим и моем картошку. Затем нарезаем ее примерно на равные дольки, толщина где-то около 1 сантиметра. Такими же дольками нарезаем сало, можно чуть потоньше. И также дольками нарезаем колбасу. Берем шпажку и нанизываем на нее поочередно картошку, сало и колбасу. Порядок тут не важен. Ну и на вторую шпажку точно так же. Теперь все это дело подсаливаем и подперчиваем. Соль и перец каждый добавляйте по вкусу. В принципе, в таком виде уже можно заворачивать в пищевую фольгу в два слоя. Но у меня еще маринуются шашлычки, поэтому добавлю шашлычного маринада. Это делать не обязательно, это я уже так чуть-чуть добавляю своей фантазии. Немного вот так вот полил. И теперь можно заворачивать. Плотненько-плотненько вот так вот все это дело скручиваем, чтобы никакие соки оттуда не выходили. Такой вот шампурчик получился. Со вторым кебабом поступаю точно так же. Также укладываем в фольгу на два слоя, добавляем шашлычного соуса и заворачиваем. Теперь эту красоту смело можно отправлять на мангал минут на 15. Через 15 минут все будет готово. Вот так вот положил на мангальчик. Теперь надо ждать 15 минут, не забывать периодически переворачивать, и кебаб будет готов. Все, друзья, прошло 15 минут. Кебаб, я думаю, готов. Давайте теперь посмотрим, что там внутри. Аккуратненько вскрываем фольгу, чтобы не обжечься ножичком. И смотрим, что у нас там за красота получилась. А, все горячо. Вот, друзья, такая вот красота получилась. Картошечка вся уже мягенькая, пропитанная. Тут смотрите, сколько в фольге дало соку. Мы его так прям, наверное, в фольге сейчас оставим и начнем точить. Так что рецепт отменный, всем рекомендую. Сейчас точно так же вскроем второй. А вот и наши сосисечки готовы, колбаски, так скажем. Ну а теперь у нас начинаются взрослые напитки. Всем желаю приятного аппетита. Завидуйте нам. Всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых встреч.